Я была такой же, как вы. Доверчивой, легкомысленной и беззащитной. Но все изменилось 12 часов назад. Я не имею к этому отношения. Я ничего не знаю. Пожалуйста, отпустите меня. Умоляю. У вас в животе ценный груз. Теперь вы наш курьер. Соблюдайте правила, и никто не пострадает. Ты не в моем вкусе. Люди используют лишь 10% своего мозга. Но... Только представьте, если бы нам были доступны все 100%. Кем мы могли бы стать? Алло. Профессор Норман. Я просмотрела ваше исследование. Немного поверхностно, но вы на верном пути. Благодарю. У меня открылись невероятные способности. Обострились чувства. Я могу управлять материей. Поразительно. Нам нужно встретиться. Поверьте мне. Препарат активизировал новые области мозга. Она... особенная. Мы должны защитить ее. Мне пора идти. Мисс, не двигайтесь. Пожалуйста, поднимите руки. Ее потенциал растет с каждой минутой. Что будет, когда она доберется до 100%? Даже не представляю. Она ключ ко всей вселенной. Люси. Я поведу. Нет, стой! Это полицейская машина!